Код неисправности OBD-2 техническое описание, нарушение связи с двигателем дверного окна. А что это означает? Это общий диагностический код неисправности системы связи, который применяется к большинству марок и моделей автомобилей OBD2. Этот код означает, что электродвигатель дверного окна A, DWMA и другие модули управления на автомобиле не обмениваются данными друг с другом. Схема, наиболее часто используемая для связи, известна как связь по шине сети контролеров или, проще говоря, шина SAN. Модули взаимодействуют друг с другом по сети, так же, как сеть, которая есть у вас дома или на работе производители автомобилей используют несколько сетевых систем, до 2004 года наиболее распространенными, неисчерпывающими, системами межмодульной связи был интерфейс последовательной связи или SAI, шина SAI-J 1850 или PSI, и Chrysler Collision Detection, или SSD, наиболее распространенная система, используемая после 2004 года, известна как связь по шине сети контролеров или, проще говоря, шина Н. также использовалась до 2004 2004 года в небольшом сегменте транспортных средств, без этой шины S&N модули управления не могут обмениваться информацией, и ваш диагностический прибор может или не сможет получить информацию от транспортного средства, в зависимости от того, какая цепь затронута, электродвигатель окна двери А, DWMA, обычно находится внутри двери, о которой идет речь, он получает входные данные от различных датчиков, некоторые из которых напрямую подключены к нему, а большинство передаются по системе связи по шине от модуля управления трансмиссией PSM, эти входы позволяют модулю управлять движением окон водителя, пассажира. Обратитесь к справочнику по конкретному автомобилю, чтобы определить, какая дверь имеет букву А. В вашем конкретном случае действия по устранению неполадок могут различаться в зависимости от производителя, типа системы связи, количества проводов и цветов проводов в системе связи, степень серьезности кода и симптомы. Серьезность в этом случае никогда не бывает серьезной, так как это устройство для удобства клиентов, и в случае полного отказа электросети всегда есть обходной путь вручную, отсутствие работы DWM а никоим образом не влияет на работу автомобиля, симптомы кода У0222 могут включать, окна водителя, пассажира застряли в одном положении, не двигаются, не работает обогреватель зеркал водителя, пассажира, DWM не включается, не работает причины, обычно причины для установки этого кода следующие, обрыв на шине плюс или, цепь короткое замыкание на 5 Питание или массу в цепи шины САЕ на отсутствие питания или заземления на модуль DWM-аретка – неисправный модуль управления процедурой диагностики и ремонта. Хорошее место для начала всей электрической диагностики, это проверить бюллетени технического обслуживания, TSB, для вашего автомобиля проблема, с которой вы столкнулись, может быть известна другим специалистам в этой области, известное исправление могло быть выпущено производителем и может сэкономить ваше время и деньги во время диагностики, предполагается, что на данный момент вам доступен считыватель кодов, так как до сих пор вы могли получать доступ к кодам, посмотрите, были ли какие-либо другие диагностические коды коды неисправностей, связанные со связью по шине или с аккумулятором, зажиганием. Если это так, вам следует сначала диагностировать их, поскольку, как известно, неправильный диагноз может возникнуть, если вы диагностируете код у 0222 до того, как какой-либо из основных кодов будет тщательно диагностирован и исправлен. Если единственный код, который вы получаете от других модулей, это у 0222, попробуйте получить доступ к DWMA. Если вы можете получить доступ к кодам из DWMA, то код у 0222 0222 либо прерывистый, либо код памяти, если невозможно получить доступ к DWMA, значит, код у 0222, установленный другими модулями, активен, и проблема уже существует, наиболее частая неисправность, это неисправность цепи, которая вызывает отключение питания или заземление электродвигателя дверного стеклоподъемника, проверьте все предохранители, питающие модуль DWMA на этом автомобиле, проверить все основания для DWMA, найдите на автомобиле точки крепления заземления. И убедитесь, что эти соединения чистые и надежные. Если необходимо, снимите их, возьмите небольшую щетку с проволочной щетиной и раствор пищевой соды, воды и очистите каждый из них как разъем, так и место, где он соединяется, если какой-либо ремонт был произведен. Удалите диагностические коды неисправностей со всех модулей, которые установили код в памяти, и посмотрите, сможете ли вы теперь связаться с модулем DWMA, если связь с DWMA восстанавливается, скорее всего, проблема связана с предохранителями соединениями если код возвращается или связь с модулем все еще не может быть установлено найдите коммуникационные соединения саен шины на вашем автомобиле в первую очередь разъем DWMA, который обычно находится внутри рассматриваемой двери перед отсоединением разъема на DWMA отсоедините отрицательный кабель аккумуляторной батареи после обнаружения визуально осмотрите разъемы и проводку ищите царапины потертости оголенные провода пятна ожогов или раз сплавленный пластик разъедините разъемы и внимательно осмотрите клеммы металлические детали внутри разъемов посмотрите выглядят ли они обгоревшими или имеют зеленый оттенок указывающий на коррозию при необходимости очистки клеммы используйте очиститель электрических контактов и щетку с пластиковой щетиной. Дайте высохнуть и нанесите электротехническую смазку на контактные площадки. Перед подключением разъемов обратно к DWMA выполните эти несколько проверок напряжения. Вам потребуется доступ к цифровому вольтометру. Двум. Убедитесь, что у DWMA есть питание и заземление. Получите доступ к электрической схеме и определите, где основные источники питания и заземления входят в DWMA. Перед продолжением снова подключите аккумулятор, при этом DWMA все еще отсоединен. Подключите красный провод вольтметра к каждому источнику питания B+, напряжение батареи, входящему в разъем DWMA, а черный провод вольтметра к хорошему заземлению. Если не уверены, отрицательный полюс батареи всегда работает, вы должны увидеть значение напряжения батареи, убедитесь, что у вас есть веские основания. Подключите красный провод вольтметра к плюсу батареи, B+, а черный провод каждой цепи заземления, еще раз вы должны увидеть напряжение батареи при каждом подключении, если нет, устраните неисправность цепи питания или заземления, затем проверьте две цепи связи, найдите SANC или HSSIN+, цепь, и SANC или HSSIN цепь, подключив черный провод вольтметра к надежному заземлению, подключите красный провод к SIN-C+, при включенном ключе и выключенном двигателе вы должны увидеть около 2,6 вольт с небольшими колебаниями затем подключите красный провод вольтметра к цепи SINC, вы должны увидеть примерно 2,4 вольта с небольшими колебаниями, другие производители показывают SINC примерно на 0,5 вольта и колеблющуюся клавишу при выключенном двигателе, ознакомьтесь со спецификациями вашего производителя, если все тесты пройдены, а связь по-прежнему невозможна, или вам не удалось сбросить код неисправности у 0222, единственное, что можно сделать, это обратиться за помощью к обученному автомобильному диагносту, поскольку это будет указывать на сбой DWMA, большинство этих DWMA необходимо запрограммировать или откалибровать для правильной установки на автомобиле.